Академик Петровской академии Александр Кузнецов. Почетное право снять покрывало со скульптуры было предоставлено ветерану войны Трофиму Евдокимовичу Радченко. От администрации города, городского совета депутатов, ветеранов войны, от всех благодарных озерчан к подножию монумента были возложены гирлянды. И уже вне сценария люди понесли живые цветы. Минуты молчания, собравшиеся, почтили память всех тех, кто не вернулся с войны, умер от ран. Торжественным маршем под музыку знаменитого